Торжественной пионерской линейкой открылась международная акция «Ночь музеев» в Ленинском мемориале. «Одна ночь в СССР» – так называлось мероприятие, которое было посвящено 95-летию со дня образования Всесоюзной пионерской организации. Перед входом в музей Мемцентра выстроились пионеры разных поколений, в том числе и те, кто вступил в ряды тогда еще всесоюзной организации в послевоенное время. Рядом с ними были и современные пионерские дружины ульяновских школ. На груди у всех реяли на ветру красные галстуки – главный атрибут пионерии. Вынос знамени, звуки горна, пионерские песни – все как было в советское время. Так совпало, что в это время посещали Ленинский мемориал туристы из Китая. Они очень заинтересовались происходящим. Прямо с пионерской линейки члены организации «Пост номер один» промаршировали к дому, где родился Владимир Ильич Ленин. Часовые заняли место около его входа. Именно здесь, в Ульяновске, в 70-е годы появился первый пост номер один. В состав почетного караула входили лучшие учащиеся области. Чуть позже к международной акции «Ночь музеев» присоединился издательский дом «Ульяновская правда». Совместно с сотрудниками музея-заповедника «Родина Ленина» журналисты организовали флешмоб «Правдивые новости». Это необычное мероприятие – одно из массовых в череде праздничных событий, приуроченных к столетию газеты «Ульяновская правда». Основными участниками флешмоба стали воспитанники Ульяновского, Гвардейского, Суворовского военного училища. Ровно в 8 часов вечера началось построение участников около памятника мальчику-разносчику газет, который находится рядом с музеем «Симбирские типографии». Основным атрибутом флешмобовцев стали пилотки из газет и свежий номер газеты «Ульяновская правда». Правда, суворовцы остались при своих головных уборах. В 20 часов 15 минут все дружно продекламировали лозунг «Пришло время узнать правду». Пришло время сказать правду! Далее все строем пошли по улице Ленина. Во главе колонны шли ребята из 11-го лицея и несли флаг «Ульяновской правды». По пути участники раздавали свежий номер газеты «Ульяновской правды». Около музея «Симбирская фотография» флешмобовцев встретили сотрудники издательского дома. Все с удовольствием поучаствовали в конкурсах. Самые активные получили льготные билеты на пешеходные прогулки музея-заповедника, фирменную продукцию издательского дома, а также пригласительные в Ульяновский драматический театр и театр юного зрителя. Но и это еще не все призы. Свое правдивое селфи, сделанное в экспозиции музея «Симбирские типографии», участники могут прислать на адрес ulpravda@mail.ru до 25 мая. Автор лучшего снимка получит абонемент на разовое посещение музея, входящего в музей-заповедник, и пригласительный на два лица в Ульяновский драматический театр. Ирина Антонова, Данил Сурков, новости «Ульяновской правды».